Окружной центр медицинской профилактики в первую неделю после новогодних каникул провел в социальных сетях опрос и выяснил, насколько трезвыми были эти длительные выходные для жителей Ямала. Как сообщает информагентство «Северпресс», в опросе приняли участие около 600 человек. Из них совсем не употребляли спиртные напитки 27,3% опрошенных. 70% пили напитки различной степени крепости, из которых традиционно лидирует шампанское. Ему отдали предпочтение 35% проголосовавших. Около 20% опрошенных в новогодние каникулы выбрали крепкие спиртные напитки. При этом 8 человек вообще не помнят, что же конкретно они пили. 24 человека, это примерно 5%, смешивали все вместе. По итогам опроса радует количество тех, кто на протяжении всех новогодних праздников оставались трезвыми. Прокомментировала врач-психиатр Татьяна Шипулина. Она отметила, что алкоголь является ядом для организма человека, а Всемирная организация здравоохранения официально признала алкоголь наркотиком, подрывающим здоровье населения.